Органы исполнительной власти в Азербайджане должны быть активными и прикладывать усилия для реализации всех проектов. В стране должна проводиться жесткая борьба с коррупцией и взяточничеством. А прозрачность и честность должны стать образом жизни для каждого государственного чиновника. Эти и другие мысли озвучил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными руководителями исполнительной власти города Евлах и Хачмазского района Анаром Тагиевым и Ильнуром Рзаевым. Глава государства отметил, вместе с соответствующими госструктурами необходимо осуществлять серьезную деятельность по данному вопросу, создать абсолютно прозрачную обстановку. Я неоднократно говорил о том, что если проблемы всех сел нашей страны будут решены, значит будут решены все проблемы. В особенности, если учесть, что в настоящее время реализуется 4-я государственная программа по социально-экономическому развитию регионов. Считаю, что она позволит решить неразрешенные до сих пор вопросы. Исполнение данной программы охватывает также Хачмазский и Евлахские районы. Вы должны жить заботами граждан, изучать их проблемы, проводить правильный анализ, решать вопросы, решаемые на уровне района. Если же не в силах сделать это, то вы должны обратиться в центральные исполнительные органы, в том числе в администрацию президента, с тем, чтобы мы решили имеющиеся проблемы. Глава государства отметил, в стране имеются большие возможности для развития сельского хозяйства, есть огромный потенциал и с точки зрения развития промышленности. Руководители исполнительной власти должны быть активными во всех этих делах. Основную работу проводят государственные структуры. Прокладка дорог, снабжение электроэнергии, обеспечение газом – все это вопросы, которые решаются в рамках государственной инвестиционной программы. Местные исполнительные органы просто должны быть активными и прикладывать усилия для реализации всех этих проектов. Стоящие перед вами основные задачи заключаются в обеспечении социально-экономического развития районов, которыми вы будете руководить. Вы постоянно должны находиться в контакте с гражданами, выезжать в села, встречаться с сельскими жителями. Ваша работа – это не кабинет. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, необходимо, глубже изучив на основе постоянного контакта с гражданами проблемы районов и беспокоящие граждан вопросы, принять адекватные меры. Всем негативным факторам должен быть положен конец. Взяточничество, коррупцию следует полностью искоренить. Глава государства подчеркнул, те, кто идет по неверному пути, будут серьезно наказаны.